Махачкалинский двор благоустроили по поручению президента России. Общественное пространство по улице Хаджи Булача – одно из самых крупных объектов, отремонтированных в столице Дагестана в текущем году. Результаты работы удовлетворяют запросы представителей всех возрастов. Для детей и подростков построили футбольное поле. Для самых юных махачкалинцев – детский городок с травмобезопасным покрытием. Появились воркаут-площадка и уютные беседки для взрослых. Так как эту программу реализовывал не только я, не только там управление ЖКХ, я думаю, вашего аплодисментов заслуживают и строители, которые это все делали, терпели замечания от вас, все это переправляли, исправляли, от нас критику. Я думаю, аплодисменты для строителей, пожалуйста, за ту работу, которую мы выполняли, на самом деле и от нас, и от вас достается, и это правильно, так оно и должно быть. Ну и, конечно, депутатский корпус. Юным футболистам привезли новые мячи и персональный подарок от мэра. Мальчишек теперь будет обучать футболу тренер, которого специально примет на работу градоначальник. Напомню, что с просьбой благоустроить территорию в интернет-приемную Владимира Путина обратился один из жильцов дома. Отреагировал на обращение Салман Дадаев, который включил двор в проект благоустройства.